Не успела Россия отойти от взрыва на Крымском мосту, как случилось новое ЧП. В Крыму мощный пожар на военном полигоне, 2000 человек эвакуируют, перекрыта Таврида. Такие заголовки новостей появились сегодня. Первый мощный взрыв прогремел около 4 часов утра. Потом начались более слабые взрывы, детонация продолжается до сих пор, рассказали местные жители. Официальная информация о пожаре появилась в 6:50. Власти приняли решение об эвакуации жителей 4 сел, расположенных вблизи от горящего полигона, Кринички, Айвазовская, Абрикосовка и Приветная. Более 2000 человек собираются отселить ориентировочно на сутки. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, пострадавших нет. Он подчеркнул, что причины возгорания на полигоне установят следственные органы. Эвакуированным жителям оказывается помощь, люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым. Ликвидация последствий будет проведена в кратчайшие сроки, заверил Аксенов, призвав доверять только официальным источникам информации. Главное управление разведки Украины не причастно к ударам по полигону в Крыму. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов, опровергнув слова главы ведомства Кирилла Буданова. Комментарии якобы от имени Кирилла Буданова, что взрыв на полигоне в Крыму – дело рук ВСУ и ГУР – фейк. Все наши официальные страницы есть на сайте Главного управления разведки Украины, заявил ГУР Андрей Юсов.